Привет, друзья, а также подписчики канала Rosgame Tactics, с вами на волне Александр Плав. И сегодня я предлагаю вашему вниманию прохождение игры Alan Wake. Игра, которая в 2010 году стала лучшей игрой по версии журнала Time, а также собрала множество других наград, в том числе высших от западных изданий. Это и лучший хоррор, а также другие. Итак, я предлагаю не терять времени, и мы с вами начинаем. Поехали, я думаю, что будет интересно. Так, начинаем новую игру с вами. Ну, будем играть на нормальном уровне сложности. Так, здесь необходимо сейчас настроить яркость. Так. А что здесь должно быть? Должен быть виден только текст в двух нижних рамках. Ну все, значит, вот на такой яркости мы с вами поиграем. Итак, начинаем. Стивен Кинг once wrote that nightmares exist outside of logic, and there's little fun to be had in explanations. They're antithetical to the poetry of fear. In a horror story, the victim keeps asking why, but there can be no explanation, and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest, and it's what we'll remember in the end. My name is Alan Wake. I'm a writer. I've always had a vivid imagination, but this dream unsettled me. It was wild and dark and weird, even by my standards. So yes, it began with a dream. Following a typical nightmare pattern, I was late, desperately trying to reach my destination, a lighthouse. For some urgent reason, I couldn't remember. I'd been driving too fast down a coastal road to get there. I'd seen the hitchhiker too late. He was dead. I was convinced they'd put me in jail and I would never see Alice again. Suddenly, his body was gone. I was in shock from the crash. I could hardly stand my feet. Что ж так шок на него повлиял? Так, посмотреть вверх на источник света. Поменять местами средства управления для взгляда вверх-вниз. Нет. Здесь, наверное, идет речь об инвертировании. Так. Ну, все вроде бы понятно. Так, бежать. Это тоже мы научились с вами. Достигли контрольной точки. Ну что, пойдем на поиски вот этого автостопщика бедного, которого мы сбили, а потом куда-то делся. Ну, опять же, обращаю внимание на то, что все это происходит у нас во сне. Ну и как в любом сне, непонятно, зачем ему куда-то надо бежать, зачем вообще ему нужно идти к маяку. Ага, вот тот как раз и автостопщик, скорее всего. Только теперь он... Ой! Так он при этом рядом с нами. По-моему, надо отсюда убегать. Вот это кошмарчик. Мне, конечно, такие не снятся, но... обычно что-то связанное с зомби. Итак, для прыжка... Ну, смотрите-ка, свет выключается везде. Ничего себе. А успеем ли мы добежать до маяка? Так, можно уклоняться от нападающего. Ну, давайте сейчас попробуем. О! Ха! Не может меня попасть. Прекрасно. Попробуйте снова уклоняться от нападения. Давай. Отлично. Плюс еще у нас имеется здесь slow motion. Так, а куда он делся? Это просто было упражнение.
на ловкость, скажем так. Так, какой-то торнадо непонятный. Ладно, подсказывает, что нужно бежать. Значит, мы и бежим тогда с вами. Ну где? Где этот ураган? Ну, он там потихонечку идет, поэтому особо усердствовать тоже не будем. Я уверен, что мы с вами в итоге добежим туда, куда требуется. Ну и хорошо, что вот есть еще вот эти лампочки. По крайней мере, подсказывают нам направление нашего побега. Так, остался через мост. Вот там уже кричит. Сейчас. Спаситель, что ли, наш? Кто это? Какой-то мужик. Ай-яй-яй, смотрите, какая неприятность произошла. Буквально через пару секунд после того, как мы перебежали. Я, честно говоря, не расслышал, как его Клей как-то там зовут. А он же там остался. Откройте дверь. Да ладно, у него там Валера есть, чего он боится? А, ну все понятно, вот эти вот ребята, которые... дымятся. На их пули не берут, в общем-то. Ну да, похоже, это тот автостопщик. Судя по очертаниям лица. Так, бежать было некуда. Опс. Это что такое? Что это за глаз? Какой-то ужас вообще. Психоделы, я даже так назвал. Так, что нам требуется сделать? Может быть, через эту дверочку пройти? А ну-ка, рискнем. Нет, глядите-ка, ничего не получается. Так, нужно выбираться. Так, может быть, рога с собой захватить? Так, потом сделаем лекарственный препарат себе на большой земле. Так, может быть, где-то... Ой! Так, подождите-ка. Ну, почему я не могу выбраться? А, могу. Обалдеть. Правда, у меня здоровья не осталось. Свет. Что, нам туда прыгать надо, наверное? Свет, 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 свет. Блин. Убежище. Быстрей, быстрей, быстрей! Потрепал меня неплохо, конечно. Сейчас выздоровеем. И пойдем дальше. Lies a deeper, darker ocean green, where waves are both wilder and more serene. To its ports I've been. To its ports I've been. Do you understand? No. Follow my light. Что-то я тоже не совсем понял. А, там говорилось о том, что за озером океан. The darkness is dangerous. It's sleeping now. When it feels you coming, it will wake up. There's no time. I can only show you the most important thing. The hitchhiker has been taken over by the dark presence. Бляха-муха. You can't hurt him now. The darkness protects him from all harm. Only light can drive the darkness away and make him vulnerable again. Here, take the light. Так, беру фонарик. Your flashlight toward him and burn the darkness away. Ага, все, теперь смотрите, чтобы его убить, значит, получается, нужно сначала выжечь из него тьму, а потом, наверное, только какие-то действия применять по его ликвидации. Так, взять пушку. Револьвер. Так, Валера. Теперь ты умрешь. Это он мне говорит, значит. Якобы я умру. Ну сейчас хедшот схватит. Нет, не получилось хедшот. Вот теперь был хедшот. Ничего себе. Не понял. Тут батарейку еще можно вставить. Бах! Может быть, просто поближе надо к ним подходить. Но если врагов много, то это опасно достаточно. Ах ты ж. А кто ж это вмешался в наш сон, интересно? Кстати, до маяка совсем недалеко осталось. Ага. Так, 10 G заработали. Идти на свет. Да, я думаю. Здесь, по-моему, кстати, 50 наград.
всего. Так, удерживайте нажатой кнопку, чтобы усилить свет. Ну, давайте попробуем. Теперь, в общем-то, перешли от теории к практике. По-моему, тот же самый автостопщик. Но сейчас мы его ликвидируем с вами. Оп! Ну да, там, в общем, более-менее точное попадание в голову. Из двух он погибает. Но пушку бы, конечно, помощнее хотелось бы. Но ты слишком слабая, мне кажется. Так, еще один. Слушайте, опять тот же самый автостопщик. А, их теперь двое.